Parasetamol. Berita terbaru, pasukan teknik distrik militer selatan angkatan bersenjata Rusia sedang membersihkan lahan pertanian di wilayah Kherson. Lebih dari 12.000 ranjau telah dinetralkan di selatan wilayah Kherson. Pasukan teknik dari distrik militer selatan telah memulai penghapusan ranjau total di daerah yang sebelumnya berada di wilayah kendali angkatan bersenjata Ukraina dan Batalion Nasional, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Dan ranjau yang telah dibersihkan lebih dari 12.000. Bagaimana menurut Paraseto tentang berita ini? Silakan adu mulut kalian di kolom komentar. По просьбе администрации Херсонской области инженерно-саперные подразделения Южного военного округа в настоящее время проводят сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов. На сегодняшний день личным составом инженерных подразделений обнаружено и уничтожено более 12 тысяч взрывоопасных предметов, часть из которых является иностранного производства. Минные поля противника делались не классически, а хаотично, что в принципе нам затрудняет их разминирование. До дороги и до канала все заминировано было. Вот на данном месте более 1200 мин противотанковых насняли. Взрывоопасных предметов, часть из которых является иностранного производства. Минные поля противника делались не классически, а хаотично, что в принципе нам затрудняет их разминирование. До дороги и до канала все заминировано было. Вот на данном месте более 1200 мин противотанковых насняли.